Весенняя посадка саксаула началась на высохшем дне Аральского моря. В этом году планируется посадить 250 тысяч саженцев. Высохшее дно Аральского моря простирается на 4,5 миллионов гектаров. Ежегодно отсюда на тысячи километров разносится до 100 миллионов тонн солей и пыли. Пески наступают на населенные пункты. Единственный путь противостоять этому – посадка саксаула. Один саксаул способен остановить до 4 тонн песка и снизить скорость ветра на 87%. 2,2 миллионов тонн новой пустыни на дне Аральского моря находятся на территории Казахстана. Посадка саксаула здесь ведется с 90-х годов. За эти годы оазис увеличился до 4000 гектаров. В предстоящие 4 года планируется засадить саксаулом 1 000 000 гектаров. Для выполнения этой работы планируется оснащение материально-технической базой лесхозов, приобретение новой техники.